Приветствую всех любителей алкогольных напитков. Сегодня у меня достаточно редкий виски на обзоре. Но, возможно, если вы живете в России, у вас есть сеть магазинов «Красное и белое», вы с ним познакомитесь. Это виски «Cigars Barrel». Этот виски выпускается специально для сети «Красное и белое». Считается очень бюджетным виски, но тем не менее у него хороший рейтинг. По некоторым слухам, данный виски выпускается на мощностях компании «Уильям Лоусон» в России. То есть используется практически те же самые спирты, что и для Уильяма Лоусона, но цена в разы дешевле. Данный виски 0,5, бутылка 0,5, обошелся в 400 рублей. Это, ребят, цена, ну, ниже просто я не встречал, откровенно. Это цена водки. Спирты произведены в Шотландии, но смешиваются они в России. Смешиваются с нашим так называемым зерновым спиртом. Спирт из солода. Это же купажированные виски, вы знаете, там пропорция всегда прыгает, и производитель часто ее не указывает, какая часть солодово составляющая, какая зерновое. Ну, грубо говоря, водка, смешанная с ароматным спиртом, который все мы любим в виски. Например, в Teachers это практически 50%, 45%, если быть точнее. И это ощущается. Здесь проверим. Но, конечно, наверняка не 45%. Значит, скажу правду, когда-то я этот виски уже попробовал в компании друзей, и в принципе у меня осталось ощущение приятное. Сейчас мы его осознанно с вами вместе попробуем, и еще раз я вам скажу, что это такое. Пока я к нему отношусь более-менее положительно. Итак, вот такой вот интересный этикеточка, тут все как полагается, в золоте. Поехали. Цвет стандартный. Тут даже говорить, в принципе, нечего. Итак, сразу переходим к дегустации. Нос. Сразу скажу, ребят, спирт не ощущаю. Да, если даже сильно вдохнуть, то что-то такое спиртуозное есть, но уже жирный плюс. Сразу пахнет цедрой, сухофрукты, орешки. Приятный. Чем-то напоминает лошадку. Знаменитый виски White Horse. Немножко яблочко. Спирт реально, ребят, практически не улавливается запахи. Спиртуозности как таковой нет. Ну что, пробуем? Я теперь понимаю, почему такой хороший рейтинг. Ребята, не поверите. Сейчас еще глоток сделаю. Просто не могу поверить. Сам. Ребят, за такую цену этот виски вне конкуренции.
Это отличный скотч. Это классика. Это классический скотч. Во вкусе проявляется, опять же, фруктовая составляющая, яблоки, курага, чернослив. Послевкусие, сразу скажу, ничем себя не проявляет особым. Чуть-чуть, может, какая-то травянистость. Но виски мягкий, легкий. Есть спирт, ощущается только как согревающий эффект. А в основном это классный купажированный виски. Еще раз, ребят. Cigars Barrel. Пока они не испортились, ищем и покупаем. 400 рублей, ребята. Я такие цены помню. Блин, когда же такие цены-то были? До кризиса 2008 года. Да, такие цены, может, и были. Извините, немного руки грязные, работал. Но сейчас, в 2018-м, сколько сейчас стоит White Horse? 700-800? В два раза дешевле? Зачем переплачивать? Рекомендую. Всем спасибо за внимание. Пейте, ребят, понемножку, аккуратно. Увидимся.